У православных сегодня начинается светлая седмица, самое торжественное и праздничное время в году. Верующие продолжают поздравлять друг друга со светлым Христовым воскресением, а в храмах всю неделю после богослужения совершается крестный ход. Как встретили в Татарстане великий праздник Пасхи, расскажет Екатерина Белова. Пасхальное богослужение по традиции началось около полуночи. Тысячи верующих в эту праздничную ночь пришли в храмы по всему Татарстану, чтобы прикоснуться к чуду, когда у закрытых ворот церкви священники возносят пасхальную молитву. Особое убранство в храме, белые праздничные облачения священнослужителей как символы света помогают ощутить праздник. Пасха знаменует победу жизни над смертью, возрождение, обновление, надежду на лучшее. Воскресе Христос, и мертве не един во гробе. Христос же, восстав от мертвых, начаток уме усопшим бысть, тому слава и держава во веки веков. Аминь. Христос воскрес! С наступлением праздника закончился Великий пост, который длился 7 недель. К пасхальному столу верующие готовят традиционные угощения – творожную пасху, кулич, крашеные яйца. Лакомствами принято угощать гостей и детей, которые приходят в дом канун праздника. Христос воскрес! Воистину воскрес! Светлое Христово воскресенье празднуют всю неделю после Пасхи. Все это время в храмах будут идти торжественные службы и останутся открытыми царские врата, как символ того, что своей смертью Христос открыл людям дорогу в светлый небесный мир. Екатерина Белова, Александр Грюнов, ТНВ, Казань.